Всем привет! А сегодня на обед макарошки с фаршем. Вот такие продаются пустые макарошки. Фарш я уже начинила. Уже там. Вот. Быстро, сытно и готово. Да. Татьяна вот так вот сегодня у нас поварит, готовит макарошки. Видите, такие продаются в магазине в Спаре. Татьяна время от времени так делает. Типа пельмени, можно сказать, так получается. Только... Ну, как ленивые пельмени, открытые. Да, только проще взять вот такие готовые макароны, взять фарш свой, сделать, начинковать их вот так. Бывает, заморозишь их, бывает как, да? Ну да, я сейчас равно в заморозку ложусь. Да, и на обед, пообедаем. На обед или на что сделали вообще? Хоть на обед, хоть как. Понял. Молодец. А я сейчас займусь... чисткой рыбы. Вот мне сегодня что удалось поймать. Вот таких хороших... куней. Вон, два судачка вот таких. Нормальных. Так что у нас нормалек. Буду чистить. Вообще Татьяна будет делать сегодня котлеты. Котлеты из вешенок. Да, вешенки. Вот я приносил. Они стояли на балконе, лежали. А вот эти вешенки уже... Да, ну как, можно сказать, готовые, отваренные. Их покрутить, да, до состояния фарша. Добавить всех компонентов вкусняшек. Перемешать, сделать котлетку и обжарить. Сами знаете, наверное, друзья, вешенки, они такие грибы, все-таки немножко резиновые. Они вкусные грибы, запах у них прям приятный, вкусно пахнут. Вот сейчас вот такие вареные грибы они, вешенка. Полезные очень грибы, кстати. Немножко, да, они резиновые, но в котлетах они получаются нежные и очень вкусные. Их, как многие грибы, я думаю, знаете много, делать их фарш, лепите, там добавляете чего-то. И все, Татьяна будет делать вот так. То же самое, как и в обыкновенном. Лучку, чесночку, специи. Все, ждем. Так-то Татьяна готовит, но она говорит, я говорить не очень умею. Говорит, говори сам. Я где-то буду поддакивать. Я говорю, я согласен. Просто в тот раз мне как-то Татьяна готовила, мне потом писали, да ты чего, ты не даешь слова сказать Татьяне, да, Татьяна? Угу. То еще что. Просто я, бывает, проще могу сказать, быстрее где-то какие-то моменты. Грибы, вешенки. Уже отваренные вот они, те и те. И их вот в блендер Татьяна кладет. Закладываем вот так вот, ну, по чуть-чуть, потому что он... можно, конечно, и через мясорубку. Да без разницы, перемолоть. Да. Просто у нас блендер в данный момент. Просто немного не поместится, потому что он небольшой. Ну да. Порциями приходится. И вот так блендер. Потом что здесь еще будет? Чеснок. Чеснок, лук добавляешь. Лук. Можно чесночка вот сухого, я это положил. Каких не то специй, ну, для вкуса, для добавки. Ну, да, вот приправки, чтобы было, чтобы казалось. Солички, это. Ну вот. Чтобы казалось, они мясные, всего, да? По чуть-чуть. Как обыкновенный котлет, только за место мясного фарша. Грибной будет. Ну да. Попробуем. Бабушка, она сама такие делала по-быстрому, по-своему. Вкусные, ну, получается. Да. Просто у бабушки у меня еще зубов-то нет. А вот, говорит, сделай мне котлетки, я с удовольствием попробую. Ну, так они пойму. Вкусные, они нежные получаются. Ну, сейчас попробую, я попробую тоже. Все, в блендер. Пошел ход. О, измельчает не хуже мясорубки. Да, и все, 3 секунды. А чеснок будешь отдельно или вместе? Отдельно. Перемешка, как обычно, короче, все, я так понимаю, да. Правильно? Да. Как обыкновенные котлеты. Фарш, чеснок. Ну, если да. Будешь что-то добавлять новое, скажешь. Обязательно. Если кто-то из этого, кроме этого, то, что есть, покажет. Ну вот, ребята, мы еще такую фишечку сделаем. Добавим зеленушечки, укропчик. Режем лучок. Вот так вот. Здесь пока только одни грибы отваренные. Да, Татьяна? Да. Соленые нет? Ну, нормально, соленые. Она солила, когда варила, да? Вот, мы тут смешали с вами. Вот. Чесночок, лучок, укропчик. Переложим все сюда. Чеснок с укропом, да? Да. Добавим, ребята, солички.
немножко. Так как грибы варились, уже были соленые. Мы чуть-чуть. Вот, щепотку. Больше не буду. Ребятки, а еще вот можно черного перчика добавить. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все это тщательно перемешаем. А запах... А как запах? Вещь. Даже грибами, ребят, не пахнет. Понятно. А еще маленько можно также добавить сюда чуть-чуть майонеза. О, прям вот ложечку. Вот так хоп-хоп-хоп. Не мало ложку? Нет, не надо, хватит. Сало не надо ничего, да? Не надо, это как за... майонез замес яичка. Оно придает мягкость. Хотя они и так мягкие, но это вот... Кстати, здесь фарш. Можно сказать, две порции. Одна порция обжаренные. А другая просто вареная. Да, другая вареная. Так получилось. А так обычно, в принципе, вареные, да? Ну да. Просто так получилось. Бабка жарила. Но вот так нежнее и вкуснее. Ну, это на любителей, я правда вам скажу. Кто любит грибы... Некоторые любят просто собирать, но не кушать. А некоторые любят и собирать, и кушать. Вот сделаю котлетки, приходите, я вас угощу. Все, налепила? Ну, вот, да, вот налепила вот таких вот кругляшей. И ложим. Ау! Аккуратней. Просто уже масло мне накалилось. Понял. Все, жарим, как обычные котлеты, правильно? Да. Вот такой вот фарш. Мука отдельно обмакиваем. Все как хотите, так и делаем. Все, попробуем, Татьяна, твои котлеты. Ты будешь водичку добавлять или так просто? Не надо. Не, потом я веду. Ну, там видно будет. Понял. Батюшки, да. Татьяна уже попробовала, тарелочку съела. Что такого? Бьюсь, прикалываюсь. Че ты? Съел тарелку, теперь еще мне показывают, что я дурачок. Вон, пустая тарелка. Я что сделал? Нет, ничего не досталось никому. Вот только три котлеты, говорит, хватит вам. Шучу, друзья, вот у нас какие котлетки. Так, Татьяна, буду пробовать. Она горячая, что оказывается? Ты не даешь. Нет, знаешь что? Так она горячая, я же пробовал рукой. Она больше не горячая. Не, горячая. Подожду еще чуть-чуть. Ну, вроде бы остыла. Пробуем, друзья. Я вообще вкуса грибов не чувствую, вообще, да? Я больше чувствую сейчас чеснок, немного укроп, и все. И что-то такое нежное, мягенькое. Ну, типа, знаете, что-то похоже, типа кабачка, что-то похоже такого. Ну, грибов вообще нету. Что-то типа, да, какого-то кабачка, наверное, что-то такое. Ну, так, нормально. На любителей пойдет. На любителей, да. Да. Ну, что это, лайк тебе за твои, за твою стряпню. Все, всем пока. Пока. Там еще Татьяна, он фарш остался, сейчас будет доготавливать.